поправки в Конституцию в области культуры оцениваю с положительной стороны, потому что культура является тем базисом, на котором основано единство и суверенитет любого государства. И то, что государство закрепляет гарантии по сохранению и поддержке культуры в основном законе, в Конституции, является очень важным, и это дает нам возможность мощного развития всех направлений культуры, включая национальную культуру народов, населяющих нашу страну, что очень важно для нашего региона в частности.